ближе уже к теме доклада. Называется «Оптимальная организация процессов диагностики на предприятии, структуры, методики, средства, технические средства, да, не финансовые, и персонал». Меня зовут Сергей Борисович Костиченко, я технический директор компании «Ассоциация ОСТ». Вот план доклада у нас. Пара слов о нашем предприятии, для тех, кто не знает. А потом, собственно, по теме организации работ по диагностике, аттестации, обучения персонала, тенденции развития, ну и связанные вопросы. Компания наша специализируется в области диагностики, вибрационной диагностики оборудования. Основана она, вернее, не она, а ее предшественник в 90-м году. С тех пор коллектив, в общем-то, работает, развивается. Сейчас у нас около 90 человек штатный персонал. И специализируемся мы как в области разработки систем вибрационной диагностики, как технических средств, программных средств. Выполняем работы по диагностике виброналадки машин. Проводим исследования в областях диагностики. Проводим обучение и аттестацию персонала диагностов. Разрабатываем учебную литературу и оказываем технический консалтинг по внедрению. Наши основные ноу-хау – это методики превентивной диагностики роторных машин по вибрации и программное обеспечение для автоматизированной диагностики узлов роторных машин. Современное состояние на этом слайде – более 600 клиентов, свыше, ну тут эта цифра сегодня меняется, 1200 здесь написано, переносных и стационарных систем в 14 отраслях. Подтвержденная достоверность диагностирования подшипников качения будет указана 80-90%, но в специальных случаях можно довести до почти 100%, 97% мы доводим, 98% на РЖД. Работает у нас научная школа, 10 кандидатов наук, исследований и так далее. Проводим разработки по стандартам МИМОЗа, это партнерство по разработке стандартов, это раз в техническом обслуживании ремонта оборудования. И у нас работает учебный экзаменационный центр. Теперь уже, собственно, к предмету доклада. Мы рассматриваем систему диагностики оборудования предприятия как комплексное решение, потому что вот на этом слайде показана в виде пазла, она должна состоять из четырех составных элементов. Это организация службы и системы, это персонал, технические средства и методическое обеспечение. Если у нас будет отсутствовать или как бы наполовину отсутствовать хотя бы один из этих элементов, система окажется достаточно слабой и не будет позволять решать те задачи, которые мы на нее возлагаем. Так, а теперь вот сейчас переключусь на другую. Какие этапы организации и совершенства модернизации службы и работ по диагностике мы выделяем? Первый этап – это разработка техники экономического обоснования. То есть перед тем, как приступать к работе, мы должны вообще-то доказать вышестоящему руководству, тем, кто распоряжается бюджетами, что необходимо выделить соответствующие средства. И мы обещаем определенный экономический результат. Второй этап – это разработка организационной структуры. Третий этап – это разработка нормативов. И четвертый этап – это уже интеграция с информационными системами предприятия, как вышестоящими, так и нижестоящими. Давайте по этапам пойдем. Первый – разработка техники экономического обоснования, определение целей и эффективности диагностики. Стандартная цель здесь нарисована – повышение рентабельности за счет оптимизации затрат, улучшения выпусков и так далее. При обосновании эффективности диагностики мы очень часто, все сталкиваются с большой проблемой. Данные, количественные данные по эффективности внедрения, как правило, отсутствуют. Открытые печати, ну, они очень разрознены, их очень мало. Какие эффекты мы по своей практике, по опыту работы наших предприятий, заказчиков, по их данным, можем выделить? Первый эффект, который экономический эффект, это увеличение межремонтного периода оборудования. В зависимости от вида производства этот эффект может изменяться. Вот здесь средненький, да, производство номер 2. 1,3 – это, кстати, подшипники Кликея, это Северсталь, так, для этих самых указанных. То есть на 30% можем увеличить межремонтный период оборудования. И больше, чем в 2 раза. Это, насколько я помню, производство номер 3 – это целлюлозно-бумажная промышленность, Краснокамская фабрика «Гузнак». То есть у них там 2,3 они достигли увеличения межремонтного периода. То есть видно, что вот эти цифры при
нормальное проведение диагностических работ, нормальная дальнейшая реакция служб механиков, мы можем показать. И второй эффект – это изменение структуры ремонтов. Изменение структуры ремонтов заключается в следующем. Мы, проводя диагностику состояния оборудования и обслуживание этого оборудования в зависимости от результатов диагностики, смещаем долю ремонтов из тяжеловесных до капитальных и средних ремонтов в сторону текущих ремонтов. Вот на этом слайде показано, насколько это выглядит. То есть общее количество, это два сопоставимых завода, как раз на примере сегодня. И там получилось два сопоставимых объекта. На одном из заводов проводились диагностические работы, соответственно, там реакция на выявленные неполадки. А на втором заводе не проводилось. То есть традиционный метод плановых предварительных ремонтов. И выяснилось, что там, где служба диагностики работала, количество капитальных ремонтов не уменьшилось на 40%. Количество средних ремонтов тоже уменьшилось, я просто сейчас процентов не помню. И все эти ремонты ушли в стадии текущих ремонтов, то есть затраты на проведение ремонтных работ существенно снизились. Кроме этого, еще необходимо учесть, что выявляются дополнительные факторы при оценке эффективности. Недавно, с удивлением для себя, надо сказать, я обнаружил, что при определенных регламентах обслуживания появляется энергоэффективность. Это мы готовили технико-экономическое обоснование для водоканала по одному из проектов. И там работали, оценили насосное оборудование. Насосы, они не очень дорогие, там порядка 100 тысяч рублей. Мощность 75 кВт примерно у электропривода насоса. И главное его, то есть стоимость ремонтных работ там тоже получается не очень велика. Иногда дешевле было просто менять, но за счет проведения своевременных регламентных операций по балансировке, по центровке, уменьшению потерь в механической части насосного привода, по расчетам, по нашим обоснованиям, удалось снизить энергопотребление примерно на 5%. И в пересчете на годовые суммы экономия превысила экономию затрат, расчетную экономию затрат на ремонт примерно на порядок. То есть такой показатель он тоже. И очень важным это снижение аварийности. При своевременной диагностике и своевременной реакции на результаты диагностики аварийность контролируемого оборудования, она уходит в ноль практически. Мы немножко более мягко говорим по техническим причинам, потому что человеческий фактор всегда остается, как наш человек может сломать все, что угодно в любой момент. Так, ну давайте теперь дальше. Как мы смотрим на систему технической диагностики? При планировании, при обосновании структуры необходимо учесть, что есть организационные требования к службе диагностики. Они сформулированы в ряде документов, это стандарты есть. Диагностика – это ведь один из видов контроля и лаборатории, которая есть целая система стандартов на это. В принципе, то, что здесь написано, оттуда и взято. То есть это статус подчиненности структуры должна обеспечить объективность результатов контроля. Должно быть обеспечено четкое разграничение функциональных обязанностей. Работы должны проводиться с участием экспертов. Соответственно, порядок должен быть обеспечен необходимым порядком регистрации хранения результатов контроля. Объем этих результатов контроля должен быть надлежащим качеством. Ну и условия сроки хранения тоже должны обеспечить требуемые геометаллические документы. И когда мы определились как бы со структурным местом службы диагностики, общей службы системы технического обслуживания ремонта оборудования, необходимо перейти к регламентам. На этом слайде показано, как бы слайд достаточно стандартный, очень похожий уже показывал вам вчера, структура, вернее, функционирование информации при работе диагностической службы. Вот здесь у нас и там сбор данных. Дальше у нас идет обработка данных, определение состояния оборудования, оценка исправности оборудования, оценка прогноза, выработка рекомендаций, в принципе, вот это все делает служба диагностики или совместно с другими структурами предприятия. И дальше обмен данными с внешними системами. И вот каждый из этих этапов должен быть регламентирован. Скажем, на этапе сбора данных – это регламент проведения измерений, на обработке данных – это соответствующие регламенты, которые должен выполнить специалист,
по определению состоит там свои есть вопросы, их необходимо решать. На этом слайде показано место, тут оно у нас называется ОСОС, служба диагностики состояния объекта, общей структуре информационной системы предприятия. Этот слайд взят из системы презентации по стандарту МИКОЗа, в общем-то, достаточно внятный, понятный и вопросов не вызывает. То есть есть источники данных, есть системы управления, это СУТП, как правило, есть ЯМ-система предприятия, между ними, обменивая с ними информацией, должна функционировать система диагностики оборудования. Вот на примере хотел показать, как можно решать эту задачу. Дело в том, что сама диагностика — это ведь один из видов технического обслуживания и ремонта, и она точно так же поддается планированию, управлению и так далее. У нас совместно с петербургским предприятием «Спецтек» они разработали систему DREAM, ЯМ-систему, и мы в свое время выполнили работу по интеграции наших систем с той, с их передачи данных. Вот, как один из вариантов использования этой системы — это маленькая ОСО для автоматизации службы диагностики, собственно, несколько слов. Стандартно перечень оборудования, виды работ, рабочие места мы там выделяем, руководитель службы, который осуществляет планирование, и главный механик, он планирует по своей части, да. Инженер-диагност, который выполняет соответствующие свои операции по диагностике, и механик оборудования, который, с одной стороны, пользователь, да, диагностических заключений. Кроме того, он вводит информацию об обнаруженных дефектах уже по диагностике, а также вот вводит информацию об выполненных работах. Потому что, по крайней мере, наши технологии, они накапливают историю изменения состояния объекта во времени, и, скажем, соединение подшипника, эта история должна обновиться с тем, чтобы мы дальше могли делать правильные диагнозы. Ресурсов планирования, просмотр состояния. Дальше переходит персонал. Персонал службы диагностики — это очень важный момент, иногда даже ключевой. И мы должны, во-первых, определить требования персонала, во-вторых, выбрать систему аттестации, подготовки и аттестации персонала, разработать программу обучения и, соответственно, после этого обучить и разработать систему мотивации и контроля результатов. Давайте с последнего начнем. У нас есть опыт работы с ЖД, когда мы взяли на аутсорсинг систему диагностики колесно-моторных, колесно-редукторных блоков локомотивов, локомотивных депо по северной железной дороге. Сейчас внедряем еще на нескольких железных дорогах. Организовано было следующим образом. Люди диагностов, этих депо были диагносты, их перевели в штат специально созданной сервисной организации. Она у нас называется «Ласт-сервис». Обучили, снабдили настроили оборудование, доработали методику и разработали систему мотивации. Потому что можно выполнять работы лучше, можно выполнять работу хуже. Диагностика процесса вероятности. У нас есть вероятность пропуска дефекта, вероятность ложной тревоги. И сервисная подрядная наша организация несет, она дает гарантию РЖД, да, локомотивному депо, что локомотив, прошедший диагностику с положительным результатом, мы гарантируем пробегом, ну, в зависимости от типа локомотива, от 35 тысяч километров до 65, кажется, тысяч километров, то есть назначенный пробег мы гарантируем. И если локомотив выходит из строя и подтверждено, что по вопросам по причине пропуска дефекта, то мы несем финансовые ответственности. И, соответственно, диагносты должны быть заинтересованы в том, чтобы эти дефекты не пропускать. И разработана там целая система байных коэффициентов по оценке качества. Теперь давайте к обучению. Обучение персонала можно, вот тут выбор, как его обучать. Есть у нас два варианта, на самом деле. Первый — это стандартная система Минобразования. Есть у нас новый федеральный закон об образовании, там есть учебное заведение, учреждение высшего профессионального образования, это институт и университет, есть учебное заведение дополнительного профессионального образования. Учебные центры и комбинаты. Соответственно, выдают они документы о квалификации, либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом профессиональной переподготовки. У нас создан Северо-Западный учебный центр, потому что дефицит кадров, диагностов. Мы решили, что будем исполнять в стране, будем исполнять сами. Мы просто создали учебный центр, который готовит, вернее,
повышает квалификацию, проводит профессиональную переподготовку в зависимости от пожеланий наших заказчиков. У него там свои лицензии, сертификаты. Каким программам можно обучить? Есть система стандарта 18.436 по требованиям персонала службы диагностики. Вот здесь приведены их 4 штуки. Это общие требования к сертификационным органам, а также по разным направлениям разрешающего контроля диагностики. Вибрационный контроль, томография, анализ, смарт. Эта система предусматривает 4 квалификационных уровня. Есть, соответственно, международная система сертификации. Есть другая система, Ростехнадзоровская, тут, к сожалению, уехала, единая система оценки соответствия в области безопасности промышленного. Есть соответствующие органы по аттестации персонала неразрушающего контроля. Есть органы по аттестации, есть экзаменационные центры, пример просто документов разных. И можно аттестовать в соответствии с правилами безопасности 4402 на разные методы неразрушающего контроля. В частности, нас интересуют фибродиагностические, электрические, тепловые и оптические. В соответствии с этими документами специалисты могут быть аттестованы на один из 3 уровней. Самый простой – это первый уровень, самый сложный – это 3 уровень. Как правило, аттестуют специалисты, которые работают на предприятиях, на 2 уровень. То есть они имеют право проводить диагностику, кроме того, давать заключение по результатам контроля. Также руководить персоналом 1 уровня. И при планировании организации работы службы необходимо понимать, а на какой-то, собственно, по какой системе ты будешь аттестовать персонал. Если однозначно есть требования промышленной безопасности, скажем, как нефти в области химии или еще в других областях, там выбора нет, аттестуешь на по правилам Ростехнадзоровских. Это затраты на персонал, их необходимо учитывать, скажем, технику экономическое обоснование, потому что эту аттестацию необходимо периодически подтверждать. Если ты работаешь в тех областях, где нет надзорного оборудования, вполне возможно обойтись международной системы аттестации. С персоналом мы разобрались, теперь по техническим средствам. Технические средства службы диагностики по назначению могут тоже применяться в разных местах. Тут они указаны, это испытательные стенды, это, собственно, диагностика оборудования во время эксплуатации, это аварийная защита машин, это средства, которые позволяют проводить диагностику в доступных местах. Установка датчиков, в частности, на недоступных машинах, это вот, по нашему опыту очень важно для целлюлозно-бумажной отрасли и для металлургии в некоторых местах, там, в районе доменных печей. Я сейчас вам не скажу, какой это оборудование контролируется, но там очень высокая температура, человек ходить не может. И виброналадкая фокусировка. В каждом из этих мест применения используются разные технические средства. Кроме этого, к техническим средствам еще необходимо планировать программное обеспечение. Как я говорил, что одно из наших ноу-хау – это программа автоматической диагностики роторных машин. Это действительно был за время такой прорыв, который позволил перейти от ручного труда квалифицированных специалистов-диагностов к автоматизированной постановке диагноза. Диагност уже не проводит рутинную работу по анализу спектров и прочих данных, а проводит работу по анализу только в тех случаях, когда это необходимо. То есть, когда программа в автоматическом режиме выдает какие-то рекомендации, то есть выявляет дефекты, выдает рекомендации. Вот пример прогноза безаварийной работы узла. Здесь показано, что было проведено заключение по результатам диагностики. Обнаружился какой-то статический эксцентриситет зазора в подшипнике в точке контроля на корпусе, в точке контроля номер 2 рекомендация. Так, провести следующее измерение не позднее там определенного срока. Вот этот пакет программы. Да, чуть-чуть назад. Да, сейчас все. В марте произвели измерение и в мае следующее. Да. Значит, если говорить уже про технологию работы, прогноза состояния машин, мы, поскольку все-таки там действительно вероятностный процесс, не можем дать гарантированный, скажем, ресурс. Да? Так, мы говорим, что по результатам истории наблюдения за данным конкретным узлом в механизме
по, то есть по трендам, да, по спектрам, которые там в данный момент проявляются, мы прогнозируем, что за период, за данный период времени серьезных изменений состояния не произойдет. И этот период времени мы назначаем для проведения следующего исследования, следующего обследования. Но максимальный период — это 3 месяца, все-таки машину без надзора оставлять нельзя надолго. Вот здесь, в частности, сколько у нас, 3, 5, да, 2 месяца мы назначили. Сократили до 2 месяцев. То есть через 2 месяца диагност обязан планировать работу, прийти к этому механизму, провести повторное обследование. Ну, это вибродиагноз, да? Я не знаю. Вибродиагноз второго уровня. Вы знаете, замеры может провести и диагност первого уровня, но обработать их обязан второго уровня. Для программы нужен второго уровня человек? Вот у нас все написано. Любой человек раз накликал, вот он. Так, так, вы знаете, вот на этом слайде не видно, я вам на другом, чуть-чуть позже к нему вернемся, там есть, что, скажем, дефект такой-то, вероятность у него 65%. И вот диагноз как раз и должен разобраться, что же это за вероятность. Она в сторону, так сказать, 100% будет смещаться, или это дефект наведенный, допустим, да, связанный с особенностью установки данного конкретного насоса, данной конкретной технологической позиции, грубо говоря, вибрация передается через строение совершенно соседнего механизма. Как у нас в случае, долго искали источник проблемы, нашли, что за 100 примерно метров там работал какой-то плохо сбалансированный интуиционный агрегат. Это пример тоже программы. Скажем, вывод, дефекты мало шестерни, 32%. Это сильный, то есть износ, да, 32%, сильный дефект, и вероятность его 90%. То есть механику будет выдан соответствующий отчет, и он должен принять решение, что же делать с этим дефектом, с этим там, редуктором. Да? Соответственно, после того, как мы определились с видами применения диагностики, мы должны определиться с видами технических средств. Вот на примере металлургического оборудования. Тут слева остался СМ-21, это простой гигрометр, который предназначен для измерения только общих уровней вибрации температуры. СД-21 – это виброанализатор, который позволяет проводить диагностические обследования. ПСМД – это полустационарная система, это когда просто стационарно установлены датчики в труднодоступных местах, туда подходит, проводит периодические обследования, диагноз приходит. А две нижние строчки – это комплексы стационарные, которые либо предназначены для монитора состояния объекта, либо для мониторинга, либо для диагностики состояния. КВК – это мониторинг в чистом виде, с выдачей аварийных предупреждающих сигналов КПА, это комплекс, который уже позволяет передавать, ну, сначала обнаружить, потом передавать конкретные виды эффекта. Вот по разным видам оборудования, скажем, распланировали распределение нашего диагностического оборудования. А как у вас насосы и компрессоры в энергетическое оборудование попало? А там энергетическое, есть у нас, есть все. Дело в том, что служба главных энергетиков разных предприятий, самые разные виды оборудования находятся. И металлургов, это энергетики. Энергетики, энергетическое оборудование. И даже по опыту внедрения наших систем на разных предприятиях, где-то внедряют служба главных механиков диагностику, а где-то главные энергетики внедряют свои там насосы и прочие там или механизмы, они тоже обслуживают. А здесь при планировании распределения оборудования уже возникает вопрос методической базы, потому что, ну, распределять-то можно, а что куда? Вчера у нас несколько раз эта тема озвучивалась, что оборудование должно быть отклассифицировано по разным категориям критичности. Действительно так, потому что в зависимости от критичности оборудования мы должны обеспечить разумную как бы достоверность и надежность прогнозирования его состояния. Скажем, по опыту Сибурнефтехима мы для этих видов оборудования уже определяли целесообразные стратегии диагностического обслуживания. И вот после того, как мы все оборудование сосчитали, которое мы считаем целесообразным диагностировать,
проходит уже подготовительная работа по классификации этого оборудования. В частности, ну и если по науке, сначала мы должны оценить контроль и пригодность объекта, потом выбрать методы контроля, потом выбрать контролируемые параметры, разработать методику определения этих параметров, методику оценки состояния, соответственно, отчетный документ. Так вот, такая работа должна быть обязательно выполнена на этапе подготовки по оценке объемов работ, потому что при правильном выборе состава контролируемого оборудования, при правильном выборе методов контроля, при правильном выборе параметров контроля можно достаточно серьезно сократить общие затраты. Ну, на примере, скажем, на предприятиях Сибор, МПРО, все оборудование нам удалось разделить на два больших класса, первый класс. А всего там по диагностированию оборудования трех предприятий, я сейчас уже немножко подзабыл, порядка 2500 единиц оборудования. Два больших класса. Первый класс – это насосы. Второй класс – это компрессоры и вентиляторы. И для каждого класса оборудования были выбраны свои методы контроля, три модели диагностического обслуживания. То есть мы там ввели такой термин – модель диагностического обслуживания, который фактически уже задает регламент, какими средствами, с какой периодичностью целесообразно контролировать состояние системы и дает фактически предпосылки для того, чтобы уже сделать выбор технических средств. Например, стандартная схема, которую мы рекомендуем, это на эксплуатационный персонал возложить текущие контрольные измерения, оснастить их простыми приборами, типа регулометров, термометров, вернее, этих... Пирометров, совершенно верно. Других каких-то приборов, которые там необходимы. И, скажем, как на Северстале, оператор своего агрегата ежедневно проводит заданной периодичностью измерения и записывает журнал. Ну, электронный журнал, там есть целая система, ТОР. Если эти параметры попадают, соответственно, дальше в информационную систему, если возникают угрожающие тренды, дальше проводится диагностическое обследование или по графику, или по вызову, и уже приходит инженер-диагноз с оборудованием другого назначения, который проводит анализ состояния, диагностику и анализ состояния электрочета. Ну и в некоторых случаях, когда и это недостаточно, уже проводятся специальные диагностические измерения, тогда как бы специалисты более высокого ранга с более сложным оборудованием тоже выходят на конкретную машину. Так, давайте нормативно-методическая база. Просто кратко перечислено, что существует у нас достаточно много нормативных документов, их можно применять совершенно спокойно. По требованиям персонала, я уже говорил, по требованиям к отчетным данным по диагностике, по нормам вибрации. Машин здесь перечислено немного, но есть еще куча специализированных стандартов на норму вибрации. По требованиям средств измерений, ну и там всякие методические указания. Давайте вот методология вращающегося оборудования черным коробком. То есть выделено критическое оборудование. Выделено критическое оборудование. Вот мы выбрали себе, да, критическое оборудование. Мы можем для разных классов оборудования выполнять либо текущий контроль вибрации, приемного ремонта, для критического оборудования, либо диагностирование и наладка. Ну, дальше вот, анализ причин вибрации, приемная диагностика, прогноз состояния на основании статистики. Разрабатываются методики программы контроля состояния для разных типов машин, высокооборудованных, типовых, низкооборудованная машина — сложная группа оборудования для нас. Ну и там, в принципе, вот на Северстале мы уже нашли методы выявления дефекта шестерен авиационных машин и еще где-то нашли. Разрабатываются методики программы контроля состояния по основным группам, по разным видам величины и направления нагрузки на подшипники. Тоже выделяются вот разные подшипники. Выделяются методики программы контроля состояния по количеству степеней редукции и конструкции волопровода, потому что стандартные неисправности — это расцентровки, допустим. И формируется форма отчета по диагностике. В соответствии со стандартом ISO 13374, отчет по диагностике состояния оборудования обязательно должен включать в себе 5 составных частей: идентификация объекта, рекомендации диагноста, прогноз состояния диагноста, который делает диагностику,
диагноз и данные мониторинга, определение тенденции изменения состояния. Вот нормально построенный отчет, диагностическое заключение должно себя включать все эти составные части. Ну, в общем-то, с общими методологическими вопросами я закончил. Немножко, может быть, утомительно понимать. Давайте по тенденциям. Какие у нас вот сейчас будут тенденции развития в диагностике? Ну, прежде всего, это унификация аппаратной программной частей. Это датчики, шины передачи данных, технология, стандарт ISO. Все у нас достаточно активно развивается, и каждый год появляется что-то новое. Совмещение разных методов диагностики. Ну, вернее, вибрация, температура в одном датчике, многофункциональный виброметр, вот я уже про них говорил. Применение беспроводных технологий. Сейчас это достаточно активно развивается, пока что еще не очень удобно, но уже применяется. И развитие геометрических измерений на базе лазерных систем центровки. Про центровку оборудования тут не останавливался особо, но сейчас очень активно развивается эта методология. И если раньше центровщики позволяли измерять видно, бывало, скажем так, то сейчас современные приборы, которые поставляют, к сожалению, зарубежные производители, позволяют реметологов и бумажников быстро проводить работу по выверке параллельности рывков, определять, скажем, перекосы фундаментов, определять перекосы рабочих станин, там каких-то механизмов. Все это сейчас быстро, эффективно, при помощи современной системы. Дальше вот как раз пример виброметр, беспроводные датчики, центровщики, дизелайзер, как раз работают, да, напарные. Микроанализатор современный, многоканальный. Главная цель, которую мы сейчас, в частности мы, для разработки системы нашей, это сокращение времени проведения измерений, потому что в конечном счете часть времени задает физика процесса, то есть меньше заданного, скажем, определенного периода времени низкооборотной машины просто не обследовали. А часть — это уже особенности технической реализации, в которой мы стараемся это время запретить. Так, с этим все.